Ніколай Мерковський запитує, чим турки допомагають, окрім безпілотників, адже стосовно Туреччини дуже багато зараз розмов і стосовно ролі Реджепа Ердогана у цій війні, нашій російсько-українській, адже він на цьому тижні був презентований як голуб миру, йому дякував держсекретар США за те, що саме Ердоган відновив зернову угоду і зараз працюють гуманітарні коридори для вивозу зерна з України. Відповідно, роль Туреччини не лише в питанні війни, але й у питанні геостратегії, геополітики зараз суттєво зростає. І от, власне, навздогін питання, а чим турки допомагають? Самое главное действие, которое сделали турки, они могли вот просто больше ничего не делать, а сделали только одно. То, что они сделали в начале войны, они не пустили в Черное море корабли, российские корабли. Они их оставили в Тартусе и не пропустили через Босфор. Усиление, если бы не пропустили российские корабли в Черное море, мы бы сейчас имели такой гембель на голову с Черноморским флотом, с тем количеством носителей ракет и с боевой мощью Черноморского флота, не справились бы мы вот так вот сходу, так как мы справились с этой частью, можно сказать, ошметками того, что могла бы перебросить Россия в Черное море, если бы не турки. Турки просто не дали им пройти. Потому даже вот только за это действие туркам можно уже ничего не делать, а Эрдогану присылают героя Украины. Это как минимум. Ну а дальше отношения военные, в военной сфере, даже просто по Байрактарам и по средствам, авиационным средствам определенным, есть определенные еще поставки турецких, бронетехники турецкой, Карпи, если вы помните, нам очень сильно помогли по выполнению задач деоккупации того же Изюма и правобережья Херсонщины. То есть очень хорошо показали и эти машины. Но надо понимать, что турки сейчас все-таки ведут войну. Идет война и в Армении, она не затихла. То есть они держат определенная турецко-азербайджанская армия. Это практически одна армия. Но они имеют с ними определенные задачи, выполняют в районе Армении, Карабаха и Сирия. Сирия также оттягивает определенное направление и вооружение в самой Турции. То есть Турция не так не может разбрасываться. Ну и у них еще до сих пор их гарнизоны работают и в районе Ливии, то есть еще и в Африке. То есть Турция ведет в мире довольно-таки агрессивную политику, и для этого ей самой необходимо вооружение. Она еще и с нами делится. Потому тут в этом смысле, чисто в военном смысле, к туркам вообще никаких вопросов нет. Большое спасибо. Они выполняют ту задачу, которую могут выполнять. В политическом смысле, да, есть вопросы, связанные с зерновыми коридорами, с определенной политикой по умиротворению, каким-то переговорам, то есть, ну, это вопросы больше политические, это уже к политическому руководству, к нашему. Если оно займет очень жесткую позицию, то, в принципе, Эрдоган будет просто для себя снимать какие-то коврижки с Путина, но не более того, он не будет на нас влиять. Пане Романе, однак повернімося до зернової угоди, тому що чимало експертів я читав, слухав думки про те, що Росія сказала собі, що вона вийшла з зернової угоди, та й сказала. Вона ніяким чином не забезпечувала цілісність цього коридору, вона ніяким чином не впливала на процес. Там задіяні були якраз турки, ООН і Україна. Тому те, що Росія коли сказала, що вийшла, дуже багато людей доволі так скептично поставилися до того, а що Росія могла у воєнному сенсі протиставити ось цьому знищенню, так би мовити, цього коридору. Ну, якби напряму стали обстрілювати, звісно, судна, це би вже було б набагато швидший процес руйнування Росії як такої. Але зараз, повертаючись до зернової угоди, Ердоган переконав Путіна і зробив це
візуально, так би мовити, дуже легко. Після цієї угоди, після цієї домовленості, почали з'являтися маса повідомлень у засобах масової інформації щодо того, якою може бути ціна такої зернової угоди, якщо не враховувати того, що воєнної складової тут майже ніякої не було. Отже, видання Reuters, зокрема, писало про те, що потрібно звернути увагу, так, даруйте, зараз знайду правильне, отже, ні-ні-ні, перепрошую, видання Reuters писало про те, що Москва хоче зняти санкції із Держбанку, свого Держбанку для продовження зернової угоди, йдеться про Россільхозбанк, і це частина, так би мовити, цієї угоди, яку просуває Туреччина в тому числі. Те, про що ви згадали, частково ці крихти, які можуть збирати турки в бізнесовому сенсі з відкриття зернової угоди. Отже, поговоримо про такий економічний аспект війни, тому що ви любите повторювати, що війна – це економіка, а от вона, власне, ця економіка. Спробуємо ще глибше розібратися. Зернова угода, що все ж таки відбулося? Для того, щоб понять, що сейчас произошло, надо понять, как она вообще возникла. То есть у россиян возникла проблема, куда девать свое зерно и особенно куда девать аммиак. Это одна из частей, из которых делают удобрения как таковые. То есть аммиак – это производная газа. На химпроме производят из газа, производят аммиак. А дальше уже из аммиака производят на определенных также химических предприятиях аммиачную селитру. Это уже является рядовым удобрением. Вот когда возник вопрос, а вот у россиян-то как раз большая проблема. У них очень много они собирают зерна, они очень много могут производить удобрений. Так вот, и зерно российское, и удобрения застряли сразу после того, как были введены санкции по России, это еще в начале года. В самом движении очень много зерна застряло в России, в портах очень много и аммиачные селитры застряла, аммиак, он перестал прокачиваться. Мы до 24 февраля прокачивали российский аммиак через Украину. Из Тольятти шла труба, и сейчас она есть. Из Тольятти на Валуйки, с Валуек на Купянск, не удивляйтесь, с Купянска на Балаклею и дальше на Одессу. То есть это как раз то направление, вдоль которого шло наше наступление. Освобождали трубу, называется. Аммиак завис. Потому возник вопрос к ООН, или у ООН возник вопрос, или у них вместе. Это ведь это экономика, это бизнес, это деньги. Деньги не пахнут, они не влияют на выполнение каких-то военных действий. Потому возник у России возник вопрос, как это все можно дальше продавать, находясь под санкциями. Они вышли, придумали один ход, то есть снять с России санкции могла только Украина. Вариантов других снятия с России санкций абсолютно нет. После того, как они наложены, они могут нарахамить там себе каких-то поблажек, и уже правительство Украины подает запрос о том, чтобы сняли санкции с России на определенные позиции, либо сняли санкции на определенных людей, а-ля Абрамович. Потому и приняли вот такого рода решение, то есть подвигнуть уже Украину на такое действие, чтобы мы просили снять санкции с России по зерну и начали прокачивать, в том числе прокачивать и аммиак через себя. Это что? Тобто, я так розумію, ваша теза полягає в тому, що війна війною, а бізнес, він який був в певних інтересах, він так і триває. Это большой бизнес, это очень большие деньги, это десятки миллиардов долларов. Конечно, никто за него не забудет. Тем более, допустим, та же прокачка аммиака, она запускает Одесский припортовый завод. Одесский припортовый завод кому-то принадлежит. Принадлежал раньше Фирташу, сейчас там может нарахамить себе что-нибудь еще именно при запуске Одесского припортового. Именно Одесский припортовый уже из аммиака
если он ее получит в Тольятти, он может уже производить аммиачную селитру, отправлять, помимо аммиака, там есть терминал, единственный, кстати, терминал по перегрузке аммиака в аммиаковозы, это очень ядовитое соединение, и, естественно, продажа аммиачной селитры. То есть это все экономика, это все бизнес, это все деньги, а вот как украинские зерновики подключились к тому, чтобы дозволить России продавать свое зерно, прокачивать аммиак, выполнять определенные действия, получать валюту, вот это вопрос уже к нашим зерновикам. Здесь уже тоже посмотрели, скорее всего, себе в карманы, и Алга вперед вместе со своим зерном начали проталкивать тему украинского зерна, тянув за собой снятие санкций из России. То есть к нашим, у военных, к нашим зерновикам есть определенный вопрос, зачем, для чего вы своим зерном, продажей своего зерна разблокировали движение зерна россиянам, и сейчас будет разблокировано движение, и Россия выставила одно из условий движения дальше по зерновому коридору, это прокачка аммиака по трубе, по нашей, с Тольятти на Одессу. То есть мы сейчас будем качать, ну, не сейчас мы не будем, но если на это пойдем. И плюс снятие санкций из банков в том числе. Причем еще одно есть требование у россиян о страховке. Дело в том, что Lloyd, англичане, не страхуют российскую продукцию. Просто не страхуют. Потому еще и этот вопрос есть. То есть англичане, именно не страхуя российские продукты, они также блокируют эту тему. То есть она завязана, это очень большой клубок, но в нем разбираться нет никакого смысла. Вопрос у нас, вопрос к нашим аграриям. Вы поступили как коллаборанты, я не знаю, как это назвать, но вы своим движением своего зерна, которое решили вместо того, чтобы вести железнодорожным транспортом, решили отгрузиться, вытянули и разблокировали россиян. А это уже очень плохо. Я понимаю, движение железнодорожным транспортом дороже, чем движение кораблями, но уже тут деньги ж не играют роли. Потому вот вопрос к аграриям только такой. Если бы аграрии подняли вопрос вывоза украинского зерна без связки с россиянами, без снятия с них санкций, без прокачки их аммиака, не было бы вопросов. То есть здесь наоборот, это наоборот было бы, сняло бы кучу проблем с Украины, и это был бы еще очень хороший прецедент захода натовских кораблей для прикрытия движения нашего зерна. Но только одного нашего зерна без связки с Россией. А наши аграрии пошли и потянули это все в связке с Россией. Вот какая проблема. Потому на месте аграриев лучше бы они сейчас вообще эту тему закрыли, закрыли порты, обратно их заминировали, и ну только чтобы с россиян, на россиян обратно вернули санкции. Санкции на банки, санкции на зерно и, естественно, прекратили транспортировку аммиака. А сейчас еще одна большая проблема. Вот я в свое время сам был в плену. До плена вывозил пленных, ну, менял. Сам в плену был, меня забрали. После плена занимался обменом пленными. Сейчас на эту тему повесят пленных. Свяжут это все. То есть, понимая, что будет определенное противодействие даже прокачке аммиака по этой трубе, прикроют, вот, мы отдадим вам там 10, 20, 30, 500 человек пленных, но только прокачивайте этот аммиак. Чем это плохо? Дело в том, что если бы не было этого вопроса, вот не было бы вопроса об аммиаке, о зерне, то пленных бы никто не задерживал. Их, как только возникает вот такая финансовый вопрос или политических по пленным, их начинают придерживать. Их придерживает Россия, их придерживают, допустим, какие-то еще заинтересованные стороны. И люди сидят там месяцами, дожидаясь обмена. Я же сам был в плену, я прекрасно знаю, что такое каждый день в плену. А там месяцами сидят. И только из-за чего? Из-за того, чтобы можно было потом сказать, ну вот,
хотите своих 100 человек, это прокачайте по этот аммиак по трубе. Ну, этого нельзя допускать. А начали это все наши зерновики. Потому пусть подумают 300 раз, там не булоны, хребулоны или еще какие-то булоны, и прекратят это дело, завяжут с самого начала, то есть прекратят любые отношения с россиянами и не дадут, чтобы, не дадут повода для того, чтобы россиянам снимали санкции и не дадут повода для того, чтобы держали наших пленных в плену дольше, чем это надо. Занимаются военные, занимаются разведкой этим вопросом. Вот не надо втаскивать разведку еще в бизнесовые отношения и обмен пленными на прокачку аммиака. Это уже было.